На пожилую кировчанку с крыши рухнула снежная масса. Все произошло сегодня в центре города, на улице Преображенской. 87-летняя женщина получила травмы. С места происшествия ее увезли в больницу. Прокуратура Первомайского района проводит проверку. Следователи возбудили уголовное дело. По данному факту, по указанию руководителя следственного управления, возбуждено уголовное дело. По факту выполнения работы или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выехали на место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.